Добрый день, друзья и гости канала «Мои садовые романсы». С вами Наталья. Сегодня я хочу вам рассказать о томатах, которые буду сажать в 2021 году. Семян, конечно, много, места мало, но, возможно, еще какую-то выборку сделаю. Но, во всяком случае, я поделюсь с теми сортами, которые мне на сегодня кажутся интересными. Итак, друзья, я вам расскажу сначала о сортах, которые самые ранние, затем расскажу о крупных мясистых салатных сортах, о тех сортах, которые мы больше всего любим. Затем будут сорта, которые я сажать буду для заготовок, для засолки, для вяленья. Далее будут томаты, те, что хороши для хранения. И последний раздел у меня – деликатесные сорта томатов. Самые ранние сорта – Дубрава в серии «Кольчуга». У него очень много здесь медалей, посмотрите. Раннеспелый 100-110 дней, детерминантный для открытого грунта. Масса 90-130. Вот. А второй сортик – это «Санька». Значит, таким сортом я знакома, но не этой фирмы. Это фирма «7 овощ цвет». Высота у него всего 40 сантиметров, ультраранний, устойчив к заболеваниям. Вот этот сорт «Санька» я сажала, он на слуху, я думаю, многие о нем слышали. В общем, низкорослый, ранний и обильный такой томатик с ровными плодами. Это у меня два сорта, самые ранние. Так, из крупноплодных у меня, конечно, много сортов. И выбрать мне из них очень сложно. Ну, на первом месте у меня стоит мазарини биотехника. Ну, хорошие. Полтора примерно метра высотой они. Пишут, что весом 340 грамм. Сорт вкусный, хороший. Такой, знаете, серии розовых. Хороший сортик. Мы уже его садим не первый год. Сорт шапка Мономаха. Вот такой сорт. Сибирский сад. Высота у него до 130 сантиметров, масса 690, темно-малиновый окрас. Вот, в общем, хороший такой сортик. Так, розовая Рафаэлла томат, тоже сибирский сад фирмы. До метра высотой, густо-розовые у него круглоовальные плоды, завязываются до 7 кистей. А томаты где-то до 220 грамм. Вот такой вот сорт меня заинтересовал. Так, берский крупный томат, тоже сибирский сад. Значит, тоже до 1 метра высотой. Плоды до 700 граммов обещают. Средний, ранний, крупноплодный сортик. Вот такой сорт. Сибирский тяжеловес, вот сеяла этот томат, тоже уральский дачник фирмы. Раннеспелый, крупноплодный сорт, массой до 600 граммов. Очень вкусный такой, хороший сортик, нам понравился. Так, из крупных еще есть вот такие сорта. Пузата Хата фирмы Элита. Они высокорослые, до 2 метров может высотой быть. Масса 200-300 грамм. Но такие хорошие тоже и урожайные, и плотные, и крупные такие плоды. Хороший сортик Пузата Хата. Тоже, в общем-то, он уже известен многим садоводам. Розовый шлем. Ну, это тоже сибирский сад из серии 1,5 метра высотой. Кстати, этот сорт. Ну, хотя пишут, что может быть и для открытого грунта, и для пленочных теплиц. Полудетерминантный тип плод растения, массой 500-700 грамм, салатного назначения. Очень вкусные, ароматные и урожайные. Так, еще тут что есть? Так, это немножко другое. Еще вот сибирский сад Алсу томат.
до 80 сантиметров он высотой, детерминантный, то есть с ограниченным ростом. Плоды где-то 500 грамм, некоторые могут быть даже до 800 грамм. Ну, в общем, хороший крупный салатный сортик Алсу. Вот сорт розовый фламинго. Я уже сажала. В том году его мне очень понравился. Хороший, вкусный, розовый, такие плоды, плотные, ровненькие на кусту. Розовый фламинго очень красиво называется. Пишут, изысканный вкус красивых плодов. На самом деле так и есть. Плоды красивые, ровные и очень вкусные. Авторские сорта и гибриды. Так, вот у меня единственные, все сорта у меня, томаты сортовые, а гибриды у меня всего два сорта. И то вот почему я их взяла. Вот этот томат Бабушкин, напишут, что мясистые, самые мясистые плоды, эксклюзивные сорта, только у нас королевский урожай, гарантированное получение урожая. Ну, в общем, вот такие дифирамбы. 320 грамм обещают плод весом. Так, высота где-то 100-120 сантиметров, ранее спелый гибрид. Ну, в общем, вот как, так как я в основном сажаю сортовые, вот взяла для эксперимента один гибрид. А второй гибрид я взяла только для, потому, что он, у него высокая лёжкость. Вот, высокая лёжкость вот этого томата, называется лежебок, гибрид. До ноября месяца обещают отменный вкус до 160 грамм. Именно поэтому я взяла этот сорт для хранения. Вот немножко чуть раньше я вам рассказала о сортах, которые для хранения. Так, ну еще есть у меня здесь такие сорта, которые покушать. Это сибирский сад, розовая стелла томат. Хороший сорт. И он низкорослый, всего 40-50 сантиметров высота растения, куста. А масса у него 150-200 грамм. Такой сладкий, вкусный, десертный такой вкус у этого томата. Любим. Уже сажала я его. А вот этот сорт я не сажала. Тоже сибирский сад. Марфушечка-душечка называется. Вот такое красивое название. Куст невысокий, до 70 сантиметров. Формируют несколько кистей, масса до 150 грамм, то есть не очень крупные такие томатики. Так, для заготовок, для вяления я приготовила вот такие сорта. Огородный колдун, тоже сибирская селекция семена Алтая, пишут, что не требует для пасынкования подвязки, и что для заготовок конкретно этот сорт предполагается, да. Так, что о нем говорят? Растение детерминантность, то есть с ограниченным ростом, высота до метра и масса плодов до 150 грамм. И пишут, что пасынкование не требуется. Ну, не знаю, я как-то все равно томатики пасынкую. И как-то, если не подвязывать, то, мне кажется, тоже они будут лежать на земле, грязные. В общем, как-то мне это не нравится. Я в любом случае делаю пасынкование. Если там пишут, когда томат не нужно пасынковать, я просто пасынкованию делаю, ну, не такое сильное, скажем так. Засолочный деликатес, так и называется. Засолочный деликатес томатик. Тоже сибирский сад. Высотой до 1 метра. Так, что о нем? До 100 граммов масса, то есть не крупные томатики, но они такие плотные, мясистые, плоды не лопаются при консервировании и имеют отличный товарный вид и вкус, как в свежем, так и в консервированном виде. Вот такой, значит, томатик я себе приготовила для консервирования и для вяления. Так, и вот такой еще томат Казанова, не сажала, тоже сибирский сад, селекция, длина плода 20 сантиметров, многоплодный оригинал, пишут о нем. Что тут еще о нем красивое пишут?
Так, среднеспелый сорт для защитного и открытого грунта. Интересен экзотически оригинальной формой плодов и рекордно высокой урожайностью растений. Куст до 2 метров. В кисти формируется до 5 интенсивно красных плодов вытянутой формы, длиной до 20 сантиметров. Вот такой интересный сорт Казанова. Так, из желтеньких я приготовила золотая клуша. Слышать о них слышала, но ни разу не сажала. Пишут о них тоже хорошо, сибирская селекция. Золотое чудо для открытого грунта, низкорослый, штамбовый, не пасынкуется. Ну, видимо, это предполагаю, что не крупный. Да, высота 40 сантиметров, 150-250 грамм. Обещают. Ну, если такой размерчик, то, в общем-то, неплохой. Ароматный, вкусный, универсального назначения. Ну, должны же быть на столе не только красные томаты, да? Еще и другого цвета. И вот хурма. Это уже как бы уже не первый год я сажаю. Ну, через год я его сажаю, этот томатик. Семена у меня здесь уже свои. В общем-то, они меня как-то тоже радуют, этот томат хурма. Так, а теперь я вам расскажу о деликатесных, так скажем так, сортах. Вот впервые собралась сажать медовая капля томат, тоже, кстати, гибрид. Сейчас только это увидела. На фуршете и на завтрак, скажем так, самое то. И говорят о том, что они очень вкусные, очень сладкие, прям массой до 30 грамм, изумительный вкус. И вид фуршетный, десертный, завтрак гурмана. Вот такая у них характеристика. Но не сажала. Вот буду впервые сажать. Также впервые я сажать буду Black Cherry томат. Тоже, в общем-то, сейчас, во-первых, темные сорта томатов модные, скажем так. Фруктовый аромат, вкус десертный, сладкий и хорошую урожайность обещают. Black Cherry. Высокорослый, до 1,5 метра высотой. Раннеспелый сорт черри томата. Из длинных томатиков я как-то всегда люблю Дебарао. В этот раз взяла Дебарао розовый. Слышала о том, что именно Дебарао розовый, они более сладкие. Ну и все Дебарао, не зависит от того, розовые или красные, или желтые, все они хорошо хранятся. По-моему, сейчас Дебарао тоже есть и какие-то темные. Поэтому я тоже вот их приготовила. И испробованные уже сорта. Это томат гаванская сигара. Интересный тоже такой сорт, длина плодов до 18 сантиметров, чемпион урожайности, отличник зимних заготовок. Но я тоже предполагаю, что попробовать их вярить, именно этот сорт. Они высокорослые, вот видите, я уже семена снимала сама их. Высокорослые эти томатики, до 2 метров. Достаточно вкусные, плотные такие, с мякотью плотной. И прочная кожица, не растрескивается. Вот такой сорт. Гаванская сигара. Такое название интересное. Значит, еще мне тоже не первый год сажаю томат «Золотая рыбка» фирмы «Семена Сидек». Среднепоздние томаты, поэтому они хранятся хорошо. Мы их снимаем, основной урожай даже зеленый снимаем. Ну, желтый тоже на корню поспевает, но очень много именно зеленых, их много. И они хорошо хранятся. Ну и вкусные. Не деревянные. Понимаете, вкусные, хороший вкус у них. Вот что про них пишут. Среднепоздний сорт для пленочных теплиц и открытого грунта. Растение индетерминантное, то есть без ограничения роста у него он. Высота где-то 2 метра. Ну, пасынкование, естественно, и подвязки требуются. Цилиндрические, с носиком, ярко-желто-оранжевые, массой до 120 грамм. То есть не такие уж они и мелкие. Хороший томатик, друзья. Вот мне нравится «Золотая рыбка».
И последний томат, который я вам хочу показать, это красный томат черри. Лучшие из Сибири, пишет, сладкое дерево. Сладкие, сочные плоды идеально для цельноплотного консервирования. Семена Алтая. Я их уже сеяла, очень обильные, очень рослые такое растение. Вот 2 метра, значит, так оно и есть, индетерминантное. То есть, если в теплицу посадить, там оно будет расти и расти, и расти, пока вы его не прищипнете. По-моему, так. И ягод очень много, неприхотливые, хорошие, вкусные. Ну вот, друзья, я с вами поделилась с вами о томатах, которые я планирую сажать на новый сезон 2021 год. Надеюсь, сорта вам понравились. Возможно, какие-то вас заинтересовали. Вы тоже захотите их попробовать посадить у себя на участке. Спасибо за просмотр. Желаю вам хорошего урожая в новом сезоне. А скоро будем сеять рассаду. Всего вам доброго. Пока-пока.